Здравствуйте, давайте я вам сегодня покажу, как поменять память, жесткий диск и привод на ноутбуке. Модель у нас, значит, Samsung R610. Первым делом раздвигаем вот эти переключатели и вытаскиваем аккумуляторную батарею. Потом, чтобы поменять нам память, надо открутить вот этот болт с надписью Memory и подцепить вот эту крышечку. Все, здесь мы видим два модуля памяти. Чтобы снять модуль памяти, подвигаем вот эти ключи, и модуль памяти сам поднимается. Вытаскиваем его, смотрим. Здесь у нас установлено 2 гигабайта PC2, то есть DDR2, 2 модуля по 2 гигабайта, суммарно 4. Если надо 6, этот модуль можно поменять на 4-гиговый, то есть также под наклоном его устанавливаем и нажимаем, чтобы он защелкнулся в креплениях разъема. Это так поменять можно память. Болт назад возвращаем. Чтобы поменять жесткий диск, откручиваем вот эти два болтика, которые держат крышку. Первый, второй. Все, крышку теперь сдвигаем от себя аккуратненько и убираем ее. Здесь видим жесткий диск, который берем за язычок. Этот язычок нам не поможет, потому что надо вот эти два болта открутить. Давайте откручиваем вот этот болт и откручиваем вот этот болт. Нет, их можно было не откручивать. Все, то есть так все снимается. Это болты, которые крепят его в наши ракушки. Здесь обычный SATA-овый жесткий диск. Если надо его поменять, вот берем, вытаскиваем его, вот два болта я открутил, вытаскиваем его из ракушки, сюда ставим новый жесткий и прикручиваем назад эти два болта. Так, какие у нас были вот эти боковые. Сюда можно поставить любой жесткий SATA на 2,5 дюйма. Так, все, болтики возвращаем. И также устанавливаем назад, кладем, чтобы он попал в пазы, и за язычок сдвигаем. Все, жесткий диск мы с вами вернули назад. И теперь возвращаем назад болтики крепления крышки. Первый, второй. Так, чтобы поменять привод, откручиваем болт, который подписан надписью CD-DVD. Он у нас один. И очень длинный какой-то уж, чуть ли не сантиметр. Потом подцепляем привод вот так ногтем и вытаскиваем его. Здесь у нас SATA-овый привод. Обычно, если надо поменять на новый, перекручиваем вот это крепление и меняем панельку. И также назад его устанавливаем. То есть берем аккуратненько и закручиваем назад вот этот длинный болт. Все, мы с вами поменяли память, привод и жесткий диск. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!